Я хочу.
Один из профессоров, народ, ну давайте то, проходите. Нет, можно. Я попрошу минутку тишины, друзья мои. Я тут написал короткую речь минут на 40. Юра, дорогие друзья, тишина в студии. Коллеги, уважаемые гости, в этом зале собраны 55 лет репортерской жизни Юрия Абрамовича и 55 лет жизни нашей страны. И в этой жизни не было ни одного крупного события в истории СССР или России, которое не зафиксировала камера выдающегося мастера. Здесь есть уникальные портреты Юрия Гагарина, когда он оказался с нашим Юрой наедине. Абрамочкин позже признался. Именно тогда он понял, что камеру надо иметь при себе всегда. Подозреваю, что она и сейчас у него в кармане. Другое дело, если в камере плёнка. А если серьезно, то покорение космоса, подъем Вселенной и Пахмы, годы Брежневского застоя, Горбачевской перестройки, распад СССР, реформы 90-х, и, наконец, непростые сегодняшние дни, все это мы видим сквозь объектив мастера. А он, как выдающиеся художники и поэты, видит мир иначе, чем мы, чем другие. Один из таких великих мастеров звезд, и обычных мастеров. Хотя мне тогда, 45 лет назад, что подойти к человеку, который запросто выбивает самим Брежневым, очень легко. Не буду вас больше помнить, не буду вас больше мучить своими воспоминаниями, скажу лишь заключение, что я счастлив до сих пор в жизни работать вместе рядом с Юрием Абрамовичем. Мой передел в институт украшают две его работы. Одна черно-белая, на которой изображен репортер с диктофоном в руках, когда у меня еще были черные усы, и выдающийся режиссер Юрий Петрович Рубин. Снимок был сделан в его кабинете на стене, которой, как вы знаете, было написано «Все богини, как поганки, перед нами не стояли». А второй загрузки была задача его сделано в том же самом кабинете, как прекрасно сегодняшний день, и это выставка, которая войдет в историю отечественной мировой журналистики. Спасибо, Юра. Буду рад присутствовать. Обязательно. Юрий Васильевич, спасибо большое. Я счастлив присутствовать на всей вашей выставке. Потому что большинство из собравшихся здесь моложе, чем цифры. Да, еще не то, что вы копировали, работали профессионально, тогда, когда под стул пешком, еще когда их не было в проекте. Большинство, да. Большинство, да.
Но то, что интересно, что вы фотографировали не материальное, вы фотографировали то, что нельзя потрогать. Казалось бы, здесь люди, каждый из кого его изучает. Физическое тепло, у него есть 36,6 температуры, его можно прекрасно лицо, он одет, и он там, то есть очки, там, курит сигареты и так далее. А мы видим то, что потрогать нельзя. Мы видим эмоции, и эти эмоции очень разнообразны. И эти эмоции запечатлены в кадре. Казалось бы, этого нет, но у вас это есть на вашей работе. Мы видим вдохновение, смущение, эти эмоции очень разнообразны. Их ряд бесконечно, уверенность в себе, размышление, подбор, смущение. Самое главное и самое ценное, это самое сложное. И я думаю, что это пример современного фотографа. Каждый из вас фотограф, это способность фотографировать современных людей, особенно современных россиян. Оставьте после себя эмоции россиян в нашем мире. Эмоции крымчан, эмоции москвичей, эмоции сибиряков. Это будет очень хорошо. Часто я смотрю на фотографию, безусловно, обещаю именно эмоции, потому что мы получаем много фотографий, много работ современного. То есть прекрасно это нужно, но иногда мы видим какие-то стремления за формой, стремления сделать прикольное фото, какой-то момент там, люди летящие головой вниз, либо там действительно всплеск воды, и там пловец течет под ней, его затылок. Ну, это может и так. Есть какая-то удивительная фотографическая техника. Но самое интересное, это эмоции. Вот, я вас поздравляю с вашим юбилеем. Я вам просто сердечно благодарен, потому что вы это делали. Спасибо. Спасибо. Достаточно понятно, мои коллеги, которые Да.
Я порядком могу брать сам. Как это понятно? 300-400. В этом порядке я могу потому что мне жалко, у меня не есть. Ради Бога. Ради Бога. Я думаю, что это будет.
А все забегут. Ну это еще Второй этаж. Стола, прошу. Между
между этажами тоже выставка, Юрий Васильевич. Там основная, они бежат, какая. Да. Вот мы уже Юрий Семенович, да. Вашу помощь. Спросил, чтобы он договорился с твоим президентом, и все будет в порядке. Ну, немножко надо помочь вас с Беларусью. Я поеду, да. Вот, и чтобы как бы немножко вместе интересы. Давай, да. Конечно. И все будет в порядке. Пусть они поговорят между своими. Давайте я открываю. Люди тут смотрят наверх, а там безобразие. Игорь Северин, дальше не проходите мимо. Ничего, нас все снимали. Я не видел.
сказал. Нет, да, я думаю, что это самая граница куда Я тогда на Яндекс.Ру. Боря, повернитесь. Уже. Общий план совершенно верно. Нет, на самом деле, вот она сразу своя жилья А я тебе тогда, может, напишу, ты мне пришлешь. Без проблем, сколько хочешь. А заскачивать ты не можешь, да? Ну, с Яндекс.Диском. Да могу, наверное, только я не могу. Ну, там просто идет сайт, там она тебя спрашивает. Ну, хотите скачать или посмотреть? А на Яндекс.Диском? Тебе Я не могу.
теперь я ему говорю, приезжайте в гости. Я говорю, приезжай, я уже поехал, чуть сел на машину, доехал, рядом, близко. Ну, он это, на выходе. А так, он подвесом тебя тут. Ну, что так, мам? Я сегодня на машине ездил. Я беру, я стараюсь даже в дождь. Нет, а в дождь я сейчас догадаю. А я что-то не объясняю. Да, целый час это пробка, что я еще пробую. Я бы сейчас сделали 300 грамм. Нет, пойдем вниз, Маришенька, здравствуй. Идем туда по этому. Вот здоровый стоит, как по скверу. Ну да, где хорошо, где по прямой книге, когда я делал, там он ты вот, Ир, вот ты прям подойди вот Муркина и сейчас вот не вот слева. Да, памятник. Саму памятник. Давай, у тебя все ждут уже. Давай. Обжигаю. Господи, бегает. Где он там бегает? Не знаю. Пойдем. Пошли. Куда? Скажи, пожалуйста, вот красные или оранжевые? Это морковка. Вообще, вообще не так.